снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В прошлой серии мы откопали Джеки. Да-да, именно откопали, потому что банда из 18K закопали его на острове живьем и оставили подыхать, как собаку. В этот раз нам предлагают лечь спать. Видимо, завтра у нас состоится собрание на выбор нового председателя Сун Он И. И это время надо как-то скоротать. Что у нас такое? Пирс Абердина. Извини, чувак. Да ладно, не парься. Так, ну машинок что-то нету. А, кстати, у нас там какой-то отчетец был. Вот это, по-моему, вырезка из газеты «Сан-Франциско Стар». Автор Мила Филиппот. Эксклюзивный материал для «Сан-Франциско Стар». Внедренные сотрудники департамента полиции Сан-Франциско могли сыграть ключевую роль в недавнем бандитской перестрелке, в которой 6 человек были убиты и более 20 ранены. Чарльз Чин, по прозвищу «Две шляпы», на прошлой неделе был застрелен на самом краю Макреди Роуд. Он стал последней из на данный момент жертвой непрекращающегося всплеска насилия, связанного с организованной преступностью, которая активно терроризирует Сан-Франциско вот уже 2 месяца. С самого начала полиция связывала этот всплеск насилия с деятельностью банд. По ее мнению, он имел непосредственное отношение к войне за сферы влияния между азиатскими триадами, тайными обществами с материкового Китая, которые заправляют преступным миром в Гонконге и большей части Тихоокеанской Азии. Триады известны своей жестокостью, поэтому любой конфликт за территорию или власти будет неизбежно кровавым. А этот случай отличается тем, что один из главных подозреваемых может оказаться внедренным в триаду полицейским. Два независимых источника подтвердили Стар, что несколько из недавних жертв, включая Чина, две шляпы, погибли от рук инспекторов полиции, которые действуют в триадах под видом бандитов. Председатель департамента полиции Сан-Франциско Майкл Флаерти все отрицает. Подобным предложениям и сплетням нет места в профессиональной журналистике. Они, кстати, способны лишний раз повысить уровень насилия, поскольку члены банд могут начать охоту на внедренных агентов. Флаерти отказался комментировать сведения о наличии внедренных в среду организованной преступности полицейских департамента полиции Сан-Франциско, а также о проведении внутренних расследований. Между тем, подозреваемые в убийстве все еще не найдены, и ни одного ареста не произведено. Понятно, то есть потихоньку все раскрывается. Интересно, а... Hey, it's Wei. I need a car. A car? Takla! I'll be there right away. Интересно, раскроют ли Вэй Шэнь в финале? Или все-таки останется он под прикрытием до конца? О, ты как водишь, придурок. Here you go. I hope this is good enough. Thanks. Спасибо. Почему он на мотоцикл доставляет? Доставил бы мне какую-нибудь тачку из моего гаража. По стрижке поедем, никого нету. Ох ты какой. Неудачный поворот, прям в дерево вписался. Я хотел просто срезать. Так, вот наш домик в Кеннеди Тауне.
Давайте поспим, а завтра будет новый день. Фу, это было круто, конечно. Я про то, что случилось с Джеки. Наверное, Джеки сейчас на все плюнет. Скажет, нафиг мне это надо, буду жить спокойно. Так, вот наша кровать уютная. Прям в одежде здесь ляжем спать. Джеки, Вэй, нам нужно встретиться. Мне нужно тебе кое-что показать. Ну, пойдем. На мотоцикле я, конечно, не хочу ездить. Давай возьмем тачку. Да, у меня здесь тачка. Возьмем GPR-у. Да, видимо, о хорошем препровождении времени речь сейчас не идет. Выборы. Да, единственная миссия. Единственная. Блин, что переходишь дорогу в неположенном месте? Да, кстати, забыл сказать, что я за кадром попутешествовал по городу и нашел все, абсолютно все ящики, абсолютно все камеры взломал. То есть ничего не осталось, что можно было найти. Можно сказать, что игру мы, собственно, вылезали от и до. Так, собственно, мы прибыли. Блин, хотел аккуратно припарковаться. Не получилось. И нам сюда. Не понял. Джеки! Джеки! The fuck? Oh fuck! Oh my god! Джеки! Ah, fuck! Джеки! Motherfucker! Охренеть, вообще нет слов. Hello, Mr. Shen. Or should I say, Officer Shen. My name is Mr. Tom. Perhaps you heard of me? Fuck you! I'm no cop!
Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. But then, I expect you wouldn't have told him anything. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Son of a bitch, I'll kill you. Oh, save your energy, Mr. Shen. You'll need it. The last cup I had in this chair lasted almost 48 hours. Would you like to try for a new record? I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun On Yi. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. And then you will die. That's what worries me, Wei. You're one of them. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Zhang will be disgraced, and Big Smile Li will be elected head of the Sun On Yi. Call me when he comes around. There's no rush. Ползти, куда ползти? What the fuck? Oh, fuck. К пиле. Болгарки, давай, 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 выше. I gotta take a piss. I'm gonna check on our boy. Давай, давай, выше. Давай, давай, Вэй, ну. Ты освободился, хорошо, уже хорошо. Давай, давай, убираемся отсюда. Надо было пистолет схватить что-нибудь. Что-нибудь схватить надо было. Хотя тебе сейчас не до этого. Победите вражескую триаду, ты шутишь? Надо сваливать быстрее какую-нибудь тачку и валить отсюда нахер. К черту все. Как их много, а? Ты пришел в себя? Guys, he got out! Gotta call Tom! Блин, надо было X нажимать. Всегда путаю. Тех ребят. А, вы те, которые...
сдохни, тварь. Валим отсюда. Держись, держись, держись. Откуда у тебя силы, Вэй? Давай, 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 беги. Еще люди. Нет, 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 нет. А с этим как справляться? Разоружить. Все, сдох, надеюсь. Живой, падла. Да их там несметное количество. Сейчас главное аккуратно, вы аккуратно не подставляться. Все у нас получится. Блин, что, самый умный, что ли? Патронов все меньше и меньше. Яйца отлетели к чертовой матери. Охренеть, сколько вас здесь, а? Ха-ха-ха!
еще лес. Блин, не самое хорошее место. А, зараза. Главное, когда я спрятался, они потом только вылезли. Да умри уже, ну, что ты там танцуешь? Здесь будет получше, по-моему. Точно покинуть здание, то сейчас выйду. Еще одна партия, да, что-то. Кто-то там еще ныкается. Покиньте здание, покиньте здание. Я пытаюсь покинуть здание, не дают. На себе. Блин, этого я не люблю. Все, ушел. Гори, падла, гори. I suppose I should be impressed. You defeating my men like that. I am not. Now. Where were we? Ни хрена себе. Ножичек. I see you've cut your way through the amateurs. But now amateur hour is over. Now you die. Your determination is impressive. Fuck you. Падаля. Ну, до 9 уровня что не дотянуло-то.
Так, возьмите машину мистера Туна. Окей. Мы отправляемся к весельчаку Ли, судя по всему. Чего? Нахер всех. Ты живые еще? Складу весельчака Ли. Сейчас, видимо, будет веселье. Warning you here and now. Making anyone other than me the chairman will be disastrous for Sun Onyi. You are an officer of the law, Wei, same as me. Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion used to be more common. I'm here for Mr. Li. I take it you've heard of Big Smile Li. That's what worries me, Wei. You're one of them. Wait, you cross Pedro. He's cut you off. Anything happens to me, you look after our people, okay? Man, it was Big Smile Li, man. This guy fucking grabbed me at the fucking funeral. Tossed me off the ATK, man. You show your true colors tonight, brother. Oh, God! I'm sorry, please! No, no, no! You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I always come back for you. Проберитесь к комплексу сзади. Но здесь я помню еще как можно пробраться. Не, не отсюда. Блин, что я не отсюда тоже? Помню, да, говорю? Ладно. По-моему, отсюда можно было. Да прирежь ты его, ну. Внутри комплекса. А, хорошо, как? Отсюда, может быть. Давай, сейчас башку прям сложишь.
Вот так вот. Теперь твоя очередь. Давай, давай. Давай, давай, у меня терпения много. Game over. Так, внутрь это сюда? Или нет, или туда? Окей, я как бы здесь, дальше. Находясь в воздухе, удерживайте активированный пистолет с замедлением времени. Чего вы хотите, чтобы я туда падал, что ли? Да, видимо, надо падать. Ты смотри, живой остался. После такого взрыва никто не должен был выжить. Ну где ты там? Офигеть, еще и в ресторан пилить. Я, говорит, знал, что не стоило сюда приходить. Так, это обычные граждане вроде. Это уже нет. $10,000, говорит, любому, кто его убьет. Ну, давайте. I'm gonna kill you. Anyone who stands with Big Smile Lee. Патрончиков бы. Ну и где ты там? А, это конский хвост. Ну
while you had the chance. Да, это конский хвост же был. Да, это он. Скотина. Тварь. I'm gonna kill you. Surprise! Охренеть, так бездумно. Time to die, Lee. Fuck you! Блин, как я могу преследовать в таком состоянии? Давай, приходи в себя, Вэй, давай, давай. You're done. Piece of fucking shit. Fuck. How does it feel, pig, to know that your boss sold you out and you fucked your way almost as bad as you fucked Jackie? You were supposed to die with Winston. Dog Eyes blew that, and that poke guy Tong, fucking worthless Lan Yang. But that's okay, cause I am gonna enjoy killing you myself. Fuck you. Hoi Toa! You want more? They say gang. Is that all you got? Damn. Come on. How'd that feel? Ну приходи себя, Вэй, ну это же невозможно, ну. А? Можно вздохнуть свободно. Raymond. Hey, easy there, Way.
This man is in my custody. Yes, sir. You okay? Yeah. Where's Pendrew? He's up for promotion. Interpol. He's done with us. He's dirty, Raymond. He outed me to Big Smile Lee. Take it from me, Wei. Whatever you heard, it won't matter. The only voice they hear is Pendrew's. You did what you came here to do, all right? Let's get you cleaned up. Jay? What the fuck? Uncle Poe? Pendrew? What the hell? Superintendent Pendrew, I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away? Poe, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendrew? I gave you the three tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating. A sacrifice you were willing to make. At the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is... I know what I am. Jesus Christ. Pendrew, I've got you, you son of a bitch. What would you like me to say? Whatever I did, I made Hong Kong a better place. I served the greater good. But you let them get to you. You abandoned your duty, officer, and became one of them. You deserve to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendrew, I guess everyone gets what he deserves, including you. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are gonna be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence. I know. Wei, you can't. I won't last a day in there. That's the plan. Inspector. Officer? I just wanted to say thanks. For what? It's me who should be... For helping me close cases. Do something I could feel good about. Hell, for helping me stay sane. My pleasure. So, what are you gonna do now? I don't know. Job's over, but I don't really have anywhere else to go. Strange to say it after all that's happened, but Hong Kong kind of feels like home. Yeah. But which Hong Kong, officer? And what about Wei Shen? He proved himself to be loyal to me, one way or the other. And isn't that what really matters? Leave him be.
Yes, Aunt Jane. Drive. И на этом, собственно, все. Поздравляю вас. Мы наконец-то прошли игру Sleeping Dogs. Ну что прокомментировать? Вы сами все видели, весь финал. Просто я обалдел от этой концовки, конечно. Ну и в принципе, в общем, от игры в целом. Надо отдать должное, ребята из Square Enix, из United Front постарались на славу. Незабываемая, конечно, история про полицейского под прикрытием. Вот такие игры я люблю, вот такие игры надо делать, я думаю, таких игр должно быть больше. С сюжетом, с геймплеем, с тем, что хватает за душу и так далее и тому подобное. Как бы там ни было, продолжим в других уже прохождениях, так что подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте. Всем желаю всего доброго, пока!